Без предоплаты, да еще и со скидкой, Мосгордума приняла законопроект, отменяющий предварительную оплату при возврате автомобиля эвакуированного на спецстоянку. К радости нерадивых автомобилистов, документ вступит в силу не с осени, как ожидалось ранее, а уже в конце текущего месяца. Раньше, как известно, каждый водитель обязан был сначала оплатить перемещение и хранение его машины и лишь тогда получал свою эвакуированную ласточку обратно. Отсюда известно переполненный штрафстоянки и выматывающие пешеходные будни. Теперь же сознательные москвичи готовы сразу оплатить расходы на эвакуацию, еще и получат от государства скидку 25%.